международные новости на UN One. Мексиканец Мануэль Урибе, самый толстый человек в мире, скончался в возрасте 48 лет от печеночной недостаточности. Более 10 лет Урибе был прикован к постели. Проститься с мексиканским гигантом пришли его родственники и друзья. Отметим, он весил примерно полтонны, иными словами, столько же, сколько небольшой грузовик. По информации местных СМИ, Урибе был доставлен в больницу с диагнозом сердечная аритмия. Причем транспортировать его туда пришлось с помощью подъемного крана. Мексиканец провел в больнице 20 дней, а 26 мая его сердце остановилось. Однажды вес Урибе достиг отметки в 560 килограммов. Когда он жил в Соединенных Штатах и занимался ремонтом компьютеров, то постоянно ел пиццу и бургеры, а по возвращении в Мексику пристрастился к сэндвичам тако. В 2008 году Мануэль Урибе попал в книгу рекордов Гиннесса как самый тучный человек планеты. В том же году он женился на Клаудии Солис. Для того, чтобы привести его на свадьбу, 4 человека вытащили его с кроватью из дома и затем погрузили в специальный грузовик.